Не, это я не смогу взять одной рукой. Слишком тяжело. Учись, студент. При этом на эти подушки вообще не нужны были. Да блин. Гормозирис полностью, да, быстрее, пожалуйста. Погоди, у нас есть одна проблема, мы иногда опаздываем. У нас есть одна проблема, кто-то из нас всегда опаздывает на собрание. Вот еще. Дома я не знаю, почему мне вот так это много проще с камерой. Сейчас вообще вот. Я настолько привык в 15-м году, в 16-м году. На меня отправлялась камера, и я уже знал, что говорить. Сейчас, знаешь, берешь камеру и помнишь. В 15-м году, в 16-м году ты сидел такой. Я помню, когда я в бытовку первый раз зашел, Макс такой переодевается, он там работал, я еще нет. Он такой, можешь камеру убрать, пожалуйста, здесь снимать. Какие нам такую влоги снимать? Что это за ужас? Психоделик какой-то. Гор, почему так долго? Вообще отлично, потому что они надеваются и 20 минут ждет, потом снова одевают вторую. Ну, у тебя в итоге занимает это все где-то около 2 часов. Спал так говорить. Такой поздно сейчас. Поэтому давай. Бля, ты реально девушка. И у тебя член такой лицо поет, отвратительно выглядит. Что? Нет, ты на девушку особенно похож в видео, когда пришли друзья. Как будто там девушка реально втирается. А ты еще в папочке такой? Такие волосы закрутаны. Притирают их рябочки. Бля. Наверное, это Макс и Егор. Потом нежданчик такой, что голос. Видимо, Макс, тебе все-таки придется пока что монтировать видео на компе. Да, ты будешь мутиться, но нужно терпеть. Эй, ребята, всем доброе утро. 3 часа дня. Нет, это уже нифига не доброе утро, но привет. Привет, рад видеть, и все такое в этом духе. Очередной день, 15 марта. Да, такие дела. А, только что узнал от Кирилла информацию, что он не сможет, точнее, iPhone. Соответственно, вот с этой камерой мы еще подружимся надолго. Соответственно, мы еще с ним будем общаться, общаться и общаться. Так что извини меня, подруга, но я тебя буду мучить еще долго. Так, во всяком случае, все. Кстати, сегодня утром, когда я пришел от квартиры с чуваками, где мы собирались и снимали видео вчера ночью, мы сняли это видео, это вообще безумно круто было, безумно круто, что у нас получилось. Так вот, я пришел домой, лег на эту подушку, начал писать идею и вырубился. Соответственно, сейчас я написал чувакам, чтобы мы обязательно с ним вечером еще собрались, потому что это очень мне понравилось, было очень весело, круто. И здесь мы что-нибудь придумаем, поэтому будем на это надеяться и все такое в этом духе. Короче, выкинул это старый блог. Скажем спасибо Гигабайту за то, что он принимает всякий старый хлам, принимает и дает за это деньги. Поэтому они сказали, что позвонят через пару дней и скажут, в общем, на что они могут его оценить. Думаю, они мне нифига ничего не дадут, поэтому я оставил принтер, оставил блог и просто убежал. Посмотрим, позвонят мне или нет. А сейчас я иду вообще не в том направлении и не знаю почему. Мне сейчас надо прямо вот туда. Кстати, я так и не понял, соберемся мы сегодня или нет, поэтому ничего не буду обещать. Но для себя я придумал безумно крутую идею прямо сейчас отдохнуть, и у меня есть классная идея, как это сделать. Я куплю сейчас очень много яблок, возьму новую книгу и буду сидеть читать и есть яблоки. Безумно классно вообще, круто. We don't need no money.
сейчас хочу зайти вот в этот магазин. Если легенда не врет, то здесь яблоки по 39 рублей. Я сейчас тут проверю. Давайте узнаем. И легенда не врет. Купил себе немного яблок и сейчас валю на квартиру, где я буду читать, есть яблоки и отдыхать. Все, сегодня будет только отдых и ничего больше. Ну, может быть, здесь запишу. Не знаю еще. Боже, какой крутой закат. Вообще. Обожаю солнце. Просто обожаю. Ладно, все, погнали. Так, берем нашу книжку. Где там наша книжечка? Вчера ее видели, вот она. Обязательно моем наши яблочки. Идеально. Просто это настолько идеальный момент, что его я и хочу запомнить. Вот он самый крутой. Я хочу его запомнить. Сейчас буду читать, сейчас буду есть. И, наверное, в таком темпе проведу ближайшие 1.5-2 часа, после чего пойду в колледж. И уже буду заканчивать день. Поэтому давайте просто насладимся этим моментом. И насколько это будет приятно, не передать. Немногие меня поймут на самом деле. Но в этом что-то есть.